Друзья, всем привет! Впервые попали на мой канал, зовут меня Влад. Я путешествую, ловлю рыбу. Стараюсь выставлять видео о рыбалке раз в неделю. Сегодня у нас середина мая, погода отличная, вечер. Есть у меня пару часов, приехал я на океан. Буду пытаться ловить, наверняка должна уже зайти блуфиш. Вот это моя главная цель на сегодня. Есть у меня, как я и говорю, пару часов. Будем пытаться ловить, не переключайтесь. По идее, может быть неплохо, хотя сегодня и ветерок такой приличный. Но постараемся что-то взять. По дороге на то место, где мы собирались ловить, был один такой прилично открытый участок воды. И, конечно, ветер нас немножко потрепал. Но мы процентов на 90 были уверены, что рыба будет там, где мы и собирались ловить. Так что смотрите дальше, что получилось. Гаррет Цветун. Все. Блуфиш, ребята, подошла. Небольшая. Ну есть, прямо бежала стая, друзья. И Света взяла. Молодец, Светун. Молодец. Где там? Давай. Давай. Небольшие, ребята, но это же самый кайф. Это сам, держи удочку. Это самый кайф. Ребятишки. Причем. Там. Бери по башке давай, и все, блин. Поцарапало меня всего. Как бы тебя научить снимать еще? Как бы тебя научить снимать? А я взял этот? Блин, я забыл этот. Как же так? Там же у нас все снасти. Друзья, так всегда. Забыл взять в лодку. Так, как обычно. У меня там все плоскогубцы, все дела, плайер, чтобы снимать рыбу. И рыбы полно сейчас, кстати, вот прямо стая идет. Единственное, конечно, снимать ее будет, ну, совсем не камильфо. Там все мои снасти, Буз, мы если что-то теряем, мы все. Лови, лови, лови. Пробежала стайка, друзья. Небольшая, да? Ну и вот мы как-то ее потеряли. Потеряли. Фишу! Есть! Есть, есть! Где-то здесь была рядом.
Ну небольшие, видишь, ребятишки такие. Небольшие, ребят. Ну начало, начало сезона. Большие подойдут попозже. Как их только снимать, вот вопрос. На засыпку, друзья. Вопрос на засыпку. Что? Не надо, я уже снял. Вот такой вот небольшой, но самый вкусный размер, друзья. Самый вкусный размер. Давай. Давай, лови, Светун. А где тряпка там, кстати? Тебя? Не, не надо меня снимать. Лови рыбу. Мы пробиваем хотя бы. В принципе, друзья, эта рыба любая. Был удар, был удар. Там, там, нет, да. Ударил и догнал. Эспимина будет работать, да. Не самая большая на вот таких ребят, да. Я вот поставил Мега Бэс. Он всегда работает. Он всегда работает. Сейчас мы успокоим ее немножко. Как-нибудь, чтобы она не так дергалась. Вообще рыба такая зубатая. Тут ладно одинарные крючки ставить. О, вот такой вот боец, друзья. Желтоглазый. Улетает. Бам-бам. Давай, Свет, лови. Не я один же. Давай, давай, давай. Надо будет снимать, а я не могу снимать. Ну не снимай, я снимаю уже на камеру у себя на голове. Давай. А. Лови, лови, я сниму. Друзья, и по Bluefish мы открылись. И в принципе она будет идти до осени легко. Можно выезжать, искать. Она бегает вот в таком бэе, ищет себе пропитание, да? Здесь очень много небольшой рыбки, ее тут называют Sand Eel. Маленькая такая, похожа на угря маленького, да, вот. Они сюда и залетают за ней. И Bluefish, и Stripebass. Тут не глубоко, тут где-то 5 фит, не больше 6. Но это вот такой размер небольшой у рыбы. Подожди, Света, поедем. Вернемся. Называется он вот такие до 2 паундов. Называют их коктейл Bluefish. Чуть меньше, ребята, такие по паунду вообще. Их снэперы самое вкусное. Небольшие гетерс. Отличная рыба, конечно. Она очень сильная. Хорошо сопротивляется. Приятно ее ловить. Вкусовые качества, я бы сказал бы, не очень. Но многие берут. Ну и в этом году ввели какой-то лимит, я не знаю. Я в основном не беру, конечно. Но есть лимит, по-моему, 5 штук ты можешь взять. Есть? Был удар? Паузу делай, паузу. Потом опять, раз-раз-раз, паузу. Она догонит. Есть. Видишь? Светун молодец. Ну догоняет, видишь. Давай ее сюда. Отлично. Отлично. Ушла, ушла. Давай, давай. А? Да, нам нужна хотя бы. Что?
Есть. Аня. Был. Оп, есть, догнал. Там. Желтоглазый дьявол. Догнал. Такой маленький, а с катушки сматывает, друзья. Как это? Как взрослый. Друзья, вот ошибка, то, что я забыл и не взял. Субаты, ну вот такая вот. Давай. Убежала. Вот стаи какие-то раз тут небольшие. Бомбит. На стайку попадаешь, и у Света бежала, да? Тоже. Надо было придержаться немножко. Останавливаешь просто и все. Очередной круг. Три круга. А, был, да? Три круга и одна рыба, то есть. Где? Вот там она. Удар. Оп, есть. Есть. Прямо здесь, друзья. Под лодкой вцепилась. Опа. Берем. Давай. Отпущу тебя, пожалуйста. Так брать ничего не, когда ничего нету, вот это, конечно. Крючок в палец залетел, вот такой вот. Дай. Жалко. Уходи. Хорошо так далось. А, я просто бочину ее влупил. Поэтому она так упирается. Я думал, какой-то гейтер, блин, лупанул, представляешь? Я думал, гейтер. Уже это промахнулась. Отлично. Отлично. Григорий, вот такой вот Григорий. Папа. Вся здесь, Бус, вся здесь, давай. Солнце закрыло, посмотри, какие облака. Есть? Молодец. Сошла? Ну, свету. Шо ж ты? Шо ж ты так? Окей, друзья. По-моему, только в одном месте клюет. Вот наши тут соседи ловят. По-моему, тоже проплывает одно место и сразу удар. Друзья. И у нас. Такая же история. Чуть дальше все. Оп, там. Я же говорю, мы в одном месте все время берем. Ух ты, ух ты. Упирается. Упирается. Большая, но резкая.
заколола меня всю. То тут, то тут. А? Давай, вот она вот именно в этом районе все время у нас по клевке. Буквально вот 50-100 метров. И все. А потом можно даже не плыть дальше. Вот именно вот здесь. Вот именно здесь, друзья. Мы так, наверное, будем делать. Нету смысла дальше пробегать. И где-то здесь вот мы все время первый, второй заброс и сразу же удар, друзья. Поэтому не знаю, наверное, будем здесь пробовать все время ловить. По-русски эта рыба называется луфарь. Водится она и в Черном море ловят, я знаю. Но там примерно вот такого же размера. Но здесь, в Атлантике, мигрирует она с юга на север каждую весну. И с севера на юг каждую осень. И если попадаешь на большую, таких 20, ну вот мы небольших, 20, 15, это, конечно... рыба, которую очень приятно и тянуть, даже если вы видите вот небольшой экземпляр, да, а очень хорошо упирается. А если такой в 10 раз больше, ну так совсем другой коленкор, друзья, совсем другой коленкор. Отлично, отлично, мы ее даже в руки не надо брать, но ушла сама. Так. Ну и да, она идет выше, где прогревается вода, вот где-то 60-65, это она будет крутиться здесь. Большие особи уйдут выше, мейн, будут крутиться там. Да, друзья, вон два уже подряд. Босс, они на стаю ушли. И издеваются, да. И Света. Молодец, Светун, молодец. Отпустила? Держи, держи, подтягивай, подтягивай, она может догнать. Не? Да, нормальные крючки. Ну и летом я частенько попадаю на блицы, да, вот приезжаешь за камбалой и вечером бубух, стая блуфиш, вот такая мелкая она остается вот в таких бэях, дальше не идет. Как я говорю, можно все лето на нее попасть. Но когда она есть, друзья, вот рядом с нами ловят на джиг небольшие резиночки. То же самое, но это не очень практично, потому что она зубатая, у нее прямо как лезвие зубы, ряд такой плотных зубов, и она грызет легко, резину откусывает за секунду, так что... Я возле моста самый цинус. Да. Бежит, бежит. Не хочет. Оп, отлично. Хороший релиз был.
Лови, лови, мы как раз проплываем места. Самые. Давай. Что-то стало хал. Оп! И прямо вот здесь взяла. Ты представляешь? Только я говорю, она опять на выходе из воды. Ты глянь, а? Бежит, но не может догнать, я не понимаю. Есть! Лутер, вот, вот она догнала. Догнала. Догнала Бустова. Боец, и все, все близко как-то здесь, под лодочкой, под мостом, то есть. Ох. Ну, как же бы тебя взять так, чтоб ты меня всего не из этого. Оп. Про зубы, друзья, говорил, вот, не знаю, видно, не видно. Но у них там такие зубёхи. Уходим. Ложись, стой. Поверни ко мне. Вот так. Отлично. Давай. Ох. Побежала. Единственное место, где мы вот проходим, да, и всегда клюет. Всегда, мне кажется, ее прижало вон туда, где вот сейчас эти ребята стоят, а, на белой. Тут, правда, у всех белый. Там нету ветра, видишь, они... Есть? Опа! Светун! Наконец! Стой, стой! Я... Хочешь сфотографироваться? Да, я возьму, я возьму. Давай. Опа. Давай, сфоткаешь? Давай, я тебя. Меня не надо. Света дьявола взяла. Ты еще снял свою камеру? Да, сейчас. Вот, ребята, зубы. А? Какие? Сфотографируй зубы. Вот так. Часто бегут, бегут неуклюже. Пишут, блин, вот да, прямо у меня больно соль. Я все себе это. Дай пять раз. Позитивной ноте я всегда заканчиваю. И дал. Хорошо дал. Хорошо дал. Бабах. Не рыбалка, а прелесть. Открылись вот хорошо. Облупишь.
небольшая, но резвая, друзья. Вот такие вот друзья у нас попадаются. Очень они явно очень дергаются. Вообще не остановится. Собака злая. Злая. Это резко. Остановили. Так что, друзья, понравилось видео? Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Увидимся на рыбалке. А это товарищ уходит. Папа, прости, приплываю уже здоровым.